Максим, мы с тобой еще никогда не делали такие выпуски в рамках нашего с тобой проекта. Так и есть. Если вы родитель, то вы знаете, что качественные детские игрушки среди нас, то есть среди нас, взрослых людей, они всегда в топе. И такой магазин в городе Минск один. Так и есть. И отправившись вообще, наверное, в любой магазин с игрушками вместе с детьми, каждый родитель проходит через 7 кругов ада. Да, потому что постоянно, постоянно вот это вот слышат. Мама, купи, папа, купи. Вот здесь можно купить то, что просит ребенок. Самое классное и самое важное занятие каждого ребенка – это, конечно же, игры. Сегодня с вами Виктория и Максим, который любит игрушки и разбирается в них. Волшебный островок – единственный магазин Республики Беларусь. Отличные цены. Рубрика, которую придумал Макс и ею гордится. Давай. Какая? Копейки. За воробейки. Привет, ребята. Кстати, сегодня 12 апреля, а это значит весна. И сезон начинается, тот самый сезон, да, когда пора копать огороды. Копай! Копай! Песочницы. Когда ваши дети копаются в песочнице, и нужны игрушки, формочки, совочки, там, лопатки, да? Совершенно, абсолютно. Начнем с этого. Но покажем самое выгодное предложение от магазина «Волшебный островок» и расскажем, почему он такой уникальный в нашем городе. А это очень важно. Итак, начнем с набора юного фермера. Смотрите, в наборе грабельки и лопатка. 87 копеек за 2 в наборе. Распыляться сильно на песочнице не будем. Вот вам еще наборчик. Ведро с формочками, грабельками и всякой мелочушкой за 5,27. Мы акционеры и всегда находим акции. Вот видите, я в цвет нарядилась. Макс. Где же в волшебном островке есть выгодное предложение? Внимательно ищем желтые ценники. Кстати, есть сразу же готовый отдел с акциями и скидками. Ну и супер предложение, но о нем позже, это отдел с уцененным товаром, да? Да, где игрушки надлежащего качества, но по самой низкой стоимости в городе. А вообще в магазине «Волшебный островок» очень много желтых ценников. Еще раз повторю, такой магазин у нас один. Мы в отделе с настольными играми. Практически в каждом отделе есть желтый ценник. Посмотрим, какой здесь. Итак, смотрим копейки за воробейки. Скидки акций. «Монополия» 29,99. Небольшой наборчик. Они есть разных размеров. В рекламе не нуждается эта игра, это точно. Игра «Баланс» 14,99. На ловкость и терпение. Найди динозавра. Развивашка 17,99. Для малышей больше. Ну, Макс, давай. Отдел для самых маленьких. У меня в руке развивашка, пищалка, шуршалка с различными развивашками. Цена 22,99 на желтом ценнике. А смотрите, для малипусечков такая игрушка прорезыватель. И она же вот погремушка 15,99. Сова хранитель снов 24,99. И музыкальное вот такое классное пианино на изучение звуков 29,99. Мы уже в отделе для мальчишек, магазин «Волшебный островок». Смотрим для вас копейки за воробейки. Так, если ваш мальчик мечтает о бластере, вот такая вот пуколка 18,99. Классная игрушка-машинка, собери сам. Роберт и Макс собрали вместе 19,99. Макс сейчас вам покажет круть бомбическую. Конечно же, все мальчики, особенно наш Роберт, обожает разные треки, гонки. Такой трек 76,99. Лайфхак, их можно соединять. Смотрите, чтобы они, главное, были одной конторы. Вот, еще эти машинки выходят иногда из строя, поэтому продаются такие наборчики с инерционными машинками. Цена 7,99, но на акции, потому что с дефектом упаковки. Ну, к этому отделу мы вернемся попозже. Что еще хотела сказать? Максим сказал, 76,99 за такой трек. В любых других магазинах игрушек такой трек стоит 120-150 рублей. В отделе для девочек мы поискали самые выгодные предложения. Вот реально копейки за воробейки. Смотрите, Hatchimals, 2 яйца в наборе, 7,99. Ну, я когда-то мечтала о кукле Барби. А сейчас она есть, пожалуйста, 24,99. Автомобиль с куклой, 29,99. И набор с чем это? Посудка, это посудка. Посудка, там пряники, формочки разные, 14,99. Вот так вот. Отдел для творчества. Для детского творчества. У нас, кстати, в руках с Максом наборы от Genius Kids. Если вы заметили, они дорогие везде, но не в волшебном островке. Настольная игра. Лепи и угадывай. Стоимость 14,99. И у меня в руках набор теста пластилина. Стоимость 5,99 за 6 баночек в наборе. Макс. Для уличного художника рассыпчатый мел 3,99. И собери птеродактиля 24,99. Крутяк.
Вика меня привела в отдел с опытами, не знаю зачем. Это для юных первооткрывателей, Максим. В общем, у меня в руках слепи и накорми ам-ням 9,99 и шаромагия, шарики со слизью 9,99. Также робот-конструктор, работающий от энергии ветра 11,99. Смотрите, 13,79. Вот такой вот опыт, цветные червячки. Вот, ого! Огромный лизун, которого можно собрать вместе с родителями, 16,99. А у Макса опыт уже из рук сыпется. Уверен, что не только детям, но и взрослым нравится коллекционировать модельные машинки. Итак, я нашел на желтом ценнике за 4,99 в разных цветах и разные модели вот таких вот легковушек. Но есть и не на акции, за рубль 99 вот такого формата машинки. Итак, дальше у нас машинки есть побольше за 10,99 и за 15,99, тоже в отличном исполнении, мне нравится, брал себе. Машинка не на акции, но очень крутая, посмотрите, она вся светится, и на пульте управления цена 61 рубль. Вот это реально копейки за воробейки. Итак, все любят мягкие игрушки. Они очень хорошо упакованы в волшебном островке. Итак, вот такая радужная альпака 26,99. Кукла для девочек 17,99. Игрушка «Звездопад» 19,99. Она, кстати, тоже в пакете. Рассмотреть ее сложно, но яркая и красивая. Ребенку однозначно понравится. Настольные спортивные игры. Итак, баскетбол 31,99 на желтом ценнике, также хоккей 79,99, хоккей 46,99, хоккей побольше 116,99, это желтые ценники. А вот, кстати, пистолет 25 копеек, и он не на акции. Обожал в детстве строить что-нибудь из конструктора, особенно из лего. Здесь, конечно же, есть лего-конструкторы, но мы сейчас покажем аналоги. К примеру, Аман-конструктор у меня в руке на желтом ценнике 12,99. Такой мотоцикл, набор полицейский. Да? Это вот набор такой ниндзя, самурай. Вот такой, 16,99. Цены начинаются от 5 рублей 99 копеек. Так. Можно я пройду, покажу? Вот. Самая маленькая коробочка, Макс, покажи. Это 5,99. Коробочка чуть побольше, 7,99. Выгодное предложение на конструктор в магазине. В самом конце зала волшебного островка есть самое вкусненькое по сладким ценам отдел уцененных товаров. Что такое отдел уцененных товаров? Игрушки здесь все надлежащего качества, но может быть небольшой дефект упаковки. К примеру, Дина-машинка с паром. Покажи ее сблизи, возраст 3+, яркая светящаяся машинка, которая выпускает пар, стоит 27 рублей 99 копеек. В чем же дефект упаковки, спросите вы? А вот, вот. Из-за вот этой вот части, небольшой помятости, товар уценен. Показываю вам настольные игры на уцененке. В общем, предложение, к примеру, «Мафия Фанты». Кто это? Вот она, дефект упаковки. Цена 13,87. А если ваш ребенок просит пенниборд, ну, такой маленький скейт, пожалуйста, здесь, с дефектом упаковки, вот видите, все немножко оторвано, стоимость всего лишь 25 рублей 30 копеек. Ну, это сами знаете, что это 5,41. Дефект упаковки. Классный набор пожарный. Сюда наливаете воду, и ребенок ходит, поливает все пистолетом. 28 рублей 17 копеек. Смотрите, что у меня в руках. Цена 9 рублей 39 копеек. Хороший наборчик. Макс, подведем резюме. Друзья, мы вам показали копейки за воробейки в магазине детских игрушек «Волшебный островок». Смотрите, молоточек 3,99. Еще эту акцию нашел. Приходите в магазин, здесь очень много желтых ценников, скидок и выгодных предложений для вашего ребенка.